Можете ее зарегистрировать в мобильном приложении. Я уже понял, что это быстро. Я не хочу завести карту, я не собираю наклейки. Я хочу чистую воду. Сначала я воду из крана пропускаю через стандартный угольный фильтр Aquaphor и переливаю в 2-3-литровые банки. В них она отстаивается сутки. Далее эти 6 литров воды я заливаю в 8-литровую пластиковую емкость, которая в аккурат помещается в морозилку моего холодильника. Заморозку следует производить именно в пластмассовой емкости, потому что эмаль на кастрюле может потрескаться. Когда вода замерзнет на 2/3, на это уходит ровно сутки. Во льду нужно проделать отверстие и вылить оставшуюся воду. Этот рассол содержит все нежелательные примеси. Теперь осталось подождать, пока лед растает при комнатной температуре, в результате чего получится талая вода высочайшего качества, которая еще называется протиевой, поскольку очищена от тяжелых изотопов. Далее эту талую воду я настаиваю еще сутки на природных камнях: шунгит, кремний, кварц, хрусталь, жадеит и аргелит или розовый песок. Шунгит и кремень частично структурируют воду, делают ее физиологичной, природной. Про шунгит – это отдельная история, требующая самостоятельного рассказа. Кремниевая вода уже обладает целебными свойствами. Она еще больше структурирована и насыщена кремнием, самым необходимым микроэлементом, при недостатке которого в организме не усваиваются почти все остальные. Камни следует мыть хотя бы раз в 2 недели, а через полгода менять, потому что на них неизбежно образуется твердый налет, даже если используется дистиллированная вода. Перед первым использованием камни нужно тщательно мыть щеткой, особенно шунгит. И много камней сразу не класть, потому что свежие камни дают сильную минерализацию. Настаивать талую воду на камнях достаточно пару часов. После минерализации воду следует процедить через несколько слоев марли. В завершении, если у вас есть кольцеобразный магнит или магнитная воронка, пропустите через нее воду, чтобы еще больше укрепить структуру. Полученная вода обладает целебными свойствами. Она очищает организм и при длительном употреблении избавляет от целого ряда заболеваний. Срок сохранения и свойств ограничен около 7 часов. Такую воду вы не купите нигде и ни за какие деньги. Кто-то наверняка скажет: да ты, автор, долбанутый на всю голову. Полжизни тратишь на изготовление своей живой воды. Но это только на первый взгляд процедура кажется длительной и трудоемкой. На самом деле весь процесс сводится к переливанию воды из одной емкости в другую. И со временем это входит в привычку, как утренний туалет. Приготовленную воду можно брать с собой на весь день и наслаждаться ее живительной силой, в то время как остальные мучают себя тяжелыми напитками. Организму действительно тяжело усваивать напитки. Любые. Единственное исключение – настой трав на той же живой воде. Даже свежевыжатый сок – это не питье, а еда. Чистая водица организму требуется, прежде всего, для очищения и поддержания водного баланса. От кофе, чая и прочих напитков кровь становится густой и вязкой. Если пьете кофе и чай, не забывайте через полчаса освежиться и промыться чистой водой. Нельзя весь день мучить себя одними лишь напитками. Хотите ли вы иметь организм, подобный чистой горной реке или же застойному болоту? Вы, наверное, удивлены. Ну, с талой водой понятно, но почему дистиллированная? Ведь соли, содержащиеся в воде, необходимый организму, особенно зубам. Вот, пожалуйста, образец, мягко говоря, заблуждения, а по правде сказать, идиотского стереотипа. И таких ложных стереотипов в области питания великое множество. На самом деле неорганические соли, растворенные в воде, организмом не усваиваются. Усваиваются только органические микро- и макроэлементы, содержащиеся в живых, невареных растениях. Вы можете принимать химические препараты, сосать гвозди, есть глину, лизать какие-то солевые породы,
пить минерализованную воду. Все это бессмысленно. Можно лишь отравиться, но что-то приобрести никогда. Растения, в отличие от нас, способны не только аккумулировать химическую неорганику из окружающей среды, но и преобразовывать ее в форму, приемлемую для животных организмов. Мертвые минералы отличаются от живых на квантовом уровне. Неорганика частично выводится, но не вся. Организм просто не справляется и рассовывает этот хлам куда попало, в том числе на стенки сосудов и в суставы. А между тем человек молод настолько, насколько молоды его кровеносные сосуды. Ну а если сосуды подобны старой сантехнике, сами понимаете. Как вы считаете, какая вода для организма является наиболее оптимальной? Очевидно, свежая дождевая? Так установлена природой. Если бы не грязная атмосфера, конечно. Об этом факте почему-то давно позабыли. А вот дистиллированная вода прочно укоренилась в сознании как техническая. Но ведь дождевая – это и есть дистиллированная вода. Такую же воду, образующуюся после таяния ледников, пьют горные долгожители. И живут они долго именно потому, что употребляют воду без солей и примесей. Подумайте, отчего пожилые люди постоянно зябнут и кутаются, а молодые одеваются легко и не мерзнут? У последних, что называется, горячая кровь. Но почему? По одной простой причине. Молодые сосуды пока еще чистые, а потому и кровь бежит по ним свободно и энергии выделяется больше. А к середине жизни у среднего человека просвет в кровеносных сосудах уже чуть ли не наполовину зарастает отложениями вот этих самых полезных солей, которые содержатся в воде. В населенных пунктах, где в пищу идет жесткая вода, люди чаще страдают болезнями сердца, инсультами, артритом, атеросклерозом и прочими недугами, обусловленными отложением солей. Кипячение воды здесь не поможет. Между тем проблема легко решается, если дома есть дистиллятор. Его можно купить или заказать в специализированной аптеке, и желательно тот, у которого достаточно высокая производительность, чтобы не добывать воду по капле. Если вы пока сомневаетесь, стоит ли обыкновенная вода стольких хлопот, то вам следует увидеть, сколько накипи образуется на дистилляторе. Это весьма впечатляет. Ее приходится постоянно удалять. Когда вы поймете, что подобную работу больше не нужно выполнять вашему организму, сомнения отпадут. Накипь в чайнике – ерунда по сравнению с тем, что вы увидите на дистилляторе. Человек в среднем за всю жизнь выпивает около 75 тонн воды. Положим, в литре воды содержится 1 грамм солей жесткости. Получается, организму приходится выводить из себя 75 килограммов накипи. Вообразите себе 75 пачек соли. Но ведь вся накипь еще и не выводится. Сколько килограммов остается в теле? А если учесть, что из этих 75 тонн на чистую воду обычно приходится ничтожная часть, а в основном это напитки, да с сахаром. А если приплюсовать сюда ежедневное потребление пищевой соли, представляете, какая колоссальная работа достается организму? Неудивительно, что он так быстро изнашивается, бедный. Минеральную или родниковую воду пить регулярно ни в коем случае не следует по тем же причинам. Она может оказать только временный лечебный эффект, да и то лишь в том случае, если пьется непосредственно из источника, где еще не потеряна целебная энергетика Земли. Лечение минеральной водой из бутылки есть не что иное, как удар плетью по почкам. Может быть, это их какое-то время подстегнет? Но не кажется ли вам, что такой способ весьма сомнителен? Соль, как химическое вещество, в пищу употреблять также не следует. Конечно, при условии, что вы питаетесь преимущественно натуральными продуктами. По моим наблюдениям, солить хочется только мертвую пищу, а живую нет. Соль – это просто вредная привычка. Избавиться от нее очень легко. Достаточно дня 3-4 помучиться без соли, и тогда потребность в ней полностью исчезает. Всякие страшилки типа «кровь, она ведь соленая, организму требуется соль». Животные любят ее лизать. Соль теряется с потом. Дистиллированная вода вымывает из организма минералы и так далее. Полная чушь.
Подробнее об этом в книге Поля Брега «Вода и соль. Шокирующая правда». Да, кровь соленая у тех, кто объедается солью. Кровь так ею перенасыщена, что не успевает отмываться. Соль выводится из организма вместе с мочой и потом. Заметьте, не теряется, а выводится. Спрашивается, если соль организму так необходима, то зачем же он, сердечный, от нее избавляется? Теперь, после очистки, воду необходимо оживить, потому что она пока еще мертвая. Как следует понимать термин «живая вода»? Есть у воды такое свойство – окислительно-восстановительный потенциал, ОВП, который измеряется в милливольтах. Живая вода имеет отрицательный заряд, что свидетельствует о наличии в ней свободных электронов. В мертвой воде, напротив, наблюдается нехватка электронов, а потому заряд у нее положительный. Что это значит для нас? Мы с вами не только светящиеся существа, излучающие энергию. В своей материальной основе мы своего рода капли одушевленной воды. Старый человек представляет собой иссушенную каплю. Если, конечно, он не заплыл жиром. Организм стареет, когда вода покидает его клетки. А почему она их покидает? Одна из причин в том, что воду вслед за энергией высасывают из клеток свободные радикалы, как насосом. Наверное, многие слышали и о свободных радикалах, и об антиоксидантах, но скорее всего смутно представляют, что это такое. Так вот, свободные радикалы – это молекулы-вампиры. Они положительно заряженные, неполноценные и зверски голодные, поскольку им недостает свободного электрона. Эти вампиры ищут, где бы урвать свободный электрон, а вырывают они его из беззащитной клетки. В результате клетка теряет энергию, жизненную силу, со всеми вытекающими последствиями. Свободные радикалы – одна из главных причин старения организма. Антиоксиданты – это, напротив, отрицательно заряженные молекулы, которые несут свободный электрон. Такие молекулы – доноры. Они нейтрализуют свободные радикалы. Живая, отрицательно заряженная вода богата свободными электронами, поэтому является сильнейшим антиоксидантом и дает энергию, оживляет. Мертвая вода, которая течет из крана, изобилует свободными радикалами, поэтому она убивает. Живая вода с отрицательным ОВП в природе не встречается, насколько мне известно, потому что такое состояние воды нестабильно. Электроны за несколько часов разлетаются, и она превращается в нейтральную, а затем в мертвую. Есть источники с положительным, но низким ОВП. И это, конечно, хорошая вода, но по-настоящему живую воду можно легко приготовить дома с помощью электроактиватора. Можно найти и заказать через интернет. Всего 30-40 минут, и у вас целый литр живых антиоксидантов. Целебные свойства сохраняются не более 5-7 часов, а электрочайник, он для тех, кто предпочитает свободные радикалы. Вообще, с этой точки зрения, чайник для садомазохизма. Я чай не завариваю кипятком, мне это ни к чему. Я беру сушеные ягоды боярышника, можжевельника, рябины, немного лепестков каркаде, на кофемолке размельчаю сушеный шиповник, бруснику, клюкву. И все это заливаю холодной живой водой. Можно еще добавить курильский чай, мяту, кипрей, иван-чай или другие травы. Чем больше ингредиентов, тем богаче букет. Кофе не пью, но беспринципно и нагло использую в своих целях стеклянный кофейник с поршнем. В нем легче отделять заварку от воды. Через 10-12 часов добавляется мед, и получается такой божественный напиток, какого вы, уверен, ни разу в жизни не пробовали. Любые элитные и дорогие марки черного и зеленого чая просто отдыхают. Что, сушняк? Сушмяк.